Несанкционированные медицинские изделия поступили в детскую поликлинику на Приорова в Архангельске. По данному факту возбуждено уголовное дело. В совершении преступления подозревают двух сотрудников коммерческой организации. По версии следствия, в июле этого года они заключили контракт на сумму 588 тысяч рублей и занялись поставкой средств индивидуальной защиты в медучреждения. При этом регистрационные удостоверения изделий не соответствовали поставленному товару. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области. Добавлю, что если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 8 лет тюрьмы.